Доброе утро всем. Бай-бай. Привет. Вон, давай закрывать будем на солнце. Утром солнышко здесь яркое, да? Вот так вот. Вот так. Хрю-хрю. Лежала и траву кушала. Травку кушать это хорошо. Мы только проснулись. Доброе утречко. А ты чего так рано встала? Ты же у нас спишь до обеда. Она захотела скутая и встала. А, видишь, когда тебе надо, когда тебе надо, ты встанешь хоть, не знаю, хоть в 6, хоть в 5, да? Быстренько приготовлю завтрак. Так, а что мы будем кушать на завтрак? Наверное, сделаю омлет. Скоро папа придет. Я уже испугалась, думала, молока нет. Уже думала все, как я буду готовить. Яиц надо много разбивать. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Все, завтрак готовится. Сейчас уже приедут девчонки. Будем завтракать. Кофе тут. Сколько у нас? Вот опять кофе оставили, а дети все молоко выпили. Вот они вставляют вот эту таблетку с молоком. Делают себе горячее молоко, а кофе потом остается. Хитрые такие, а? И молоко тут. Ты осторожно, здесь горячо. Давай, слази. Слази, слази. Вот она лежит, загорает. Бонь, тебе не жарко? А потом она бежит и пьет воду. Да? Сейчас она немножечко согреется. И станет жарко. Омлетик готов? Зачем Макдональдс, если я завтрак готовлю? Да нет, я же сказала. А, это мусор? Вот тебе Макдональдс. Спасибо. Нет. Это папа с машины собрал? Да. Мусор. Ну, выкидывай туда. Мама, мы там выйдем. Вот зачем они, оказывается, ездили. Какой ты выбрала себе? Ты самый красивый. Ты самый красивый был. Макс, оставь. Открыть? Ну, открывай, конечно. Бонни там гуляет на улице. Бонни, кто тебя выпустил? Без поводка. Только попробуй убежать. Папа себе велик готовит. На велике будет гонять. Подготавливает. Да? Бонни. А, его собирать нужно? О, какой красивый. Ну, это для больших. Я думала, колеса меньше будут. Есть же еще меньше колес. Да, кака. А ты что, не хочешь? Нет, зачем? Почему? Не скутер? Хочешь? Да. Не хочешь скутер? Скейтборд. Мам, почему вот он огромный? Распаковка чек. Давай, давай, давай. Он не открывается. Макс, осторожно. Он не увеличивается, да? Не тут не вот. Меньше, не выше. Там ключик есть, его закручивать надо. Так, а должна быть ручка? Да? Не низко это? Нет. Маргарита, ты вроде правша, но ты едешь на левой ноге почему-то. Тебе так удобней? Да. Ну, ей удобней. Она правша-левша у нас. И правша, и левша получается. Ну, мы тоже... Я омлет не хочу, я себе сварила кашу гречневую, давно не ела. Кто будет кашу гречневую? Я. Будешь? Мало молока. Мало молока? А молока и так мало. Молока вот это последнее. Ну, определись, что тебе надо. Скейтборд или скутер? Ну, мама. Папа, ну, зеленый был очень маленький для Макса. Да? Там был очень маленький. Сейчас мы будем заказывать билетики на бронировать. Завтра. Да, на завтра. Вот шоколадная фабрика. А мы завтра будем где-то вот? И там вот такая вот даже есть. Это настоящая. Что это? Да, она такая огромная. С венчика капает. Шоколадный тур. И так, значит, family tickets. Выбираем число завтра, да? 24-е. Время. До семи. Два взрослых. Два ребенка, а Максу Каролина бесплатно. Макс и Каролина идут бесплатно. Вот всего получается 50 франков. Марита сейчас покажет трюк, который она чуть-чуть учила. Так, сейчас машина проехала.
А тут через это прыгает, там едет, так и прыгает. Плохо видно, наверное, со солнца. Вот так. Сейчас Ксюша тоже попробует. Най, муж нет. Она немножко боится. Там у машины был багажник открыт. Ты тут, там у машины багажник. Я боюсь. Это получилось. Молодец. Только что вышел влог. Я, как всегда, сижу, читаю комментарии. Ставлю сердечки. Очень приятно, ребят. Все пишите, что вы скучали. Мы тоже очень скучали. Спасибо вам большое. Вот сижу, пока читаю. Ну что, как тебе? Нормально? Как он называется? Скутер. А когда ты пойдешь с друзьями кататься? Они уже знают? Они вообще катаются? Что-то вы не встречаетесь даже. Каникулы заканчиваются, а вы даже и не гуляете. Кстати, у нас тут лягушки растут, между прочим. Смотрите. Как они выросли! Ребята, они такие, они еще меньше были, они в два раза меньше были. Посмотрите, голова теплует. Вы их кормите хоть? О, огурчики есть там. Они так выросли. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 где-то, около 10. Нам делать больше нечего. Нужно им поменять кто. И интересно, когда ты их выпустишь, когда у них уже лапки появятся. Ну, знаете, да, там у нас ручеек есть маленький, там лягушки. Мы сначала пошли с Ксюшей, мы хотели яйца взять, когда они еще были такие, в таких яйцах. Но так было противно. А потом они решили, что возьмут, когда они уже вылупятся. Да? Ты видела, какие они большие стали? И Люля. Макс! Кастрировать их! Макс, ну сейчас тебя задавит. Мама, я сейчас... Ты что делаешь? Мама, я могу тебе говорить, что мы ищем школу. Мама, Макс на живот прыгнул. Макс! Сегодня решила сделать спагетти со сливками. Немножко специй, зелень и все. И вот спагетти. Сейчас будем кушать. Время уже 5 часов. Все, приятного аппетита. У меня сегодня салат и тунец. Да. Кто хочет тунец? Я. Бонни тоже хочет. Все, приятного аппетита. Хочу тунец. Не хочешь? 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 Хочешь, намолчишь. Решила себе сделать фруктовый смузи. Тут ягодки разные. Здесь и клубничка, и малинка, и виноград, и в общем все ягодки. Вот такой вот смузи получился. Надо пробовать. Он кислый. Получился очень кислый. Макс, он кислый получился. Я не знаю, как ты будешь пить. Нет, я буду пить. Попробуй. Нет, это кислый. Ой. Она хочет, чтобы я куда-то с ней пошла. А перчатки мои? Я без перчаток не пойду. Ну как, я же тут не оставлю. Птичка какая. И лягушка. И эта фигня какая-то. Я бы вот это забрала. Лягушка, это нет. Это да. Мы куда идем? Зачем? Уже 9 часов. Кто сейчас будет кататься в это время? Мы идем не знаю куда. Куда сейчас? Как она на меня смотрит? Ну, она мне тоже сейчас как прыгнет.
боже мой. Она, по-моему, новая. Здесь мы ее еще никогда не видели здесь. Тетка. Сзади. Ой, боже мой. Ты сиси. Кошки собирают. Вот посмотрите, как жирненько. Киса, смотри, там еще кисы. Я решила спечь хлеб, потому что хлебушка нет. Детки хотят чай попить с хлебом, поэтому еще вот рецепт нашла. Тесто готово, я сейчас его поставлю в духовку. Маргарита тут сама себе что-то готовит. Сыр хочет расплавить, да? И с чем ты будешь сыр кушать? Просто так, плавленый? Да, это чипсы. Кстати, хорошая идея, чтобы не сковородку, чтобы ее потом не мыть, а на бумагу. Я подумала, я не хочу мыть. Мама, какая это? Я пришла на коробку. Хорошая идея. Мам, я пришла. Он же расплавится по всей сковородке, а так? На бумаге. Вот он уже плавится, начинает. Жарится, где-то тоже расплавится. И куда ты потом его? Хлеб-то еще не готов. Да, но это чипсы будут, ё-моё. Чипсы? Сырные чипсы? Да, нужно их... Нужно прям их поджарить? Да, поджарить, потом их оставить, чтобы они это... Высохли? Да, высохли потом. Понятно. Чё ты? Ничего себе. Вот это булка. Еще тесто нет, я отрежу. Смотрю. Корочка хрустящая. Самая вкусная. Мама, уйди, уйди, мама, уйди. Что там делаете? Мама! Что вы делаете? Вообще. Так, ну что это такое? Каролина. Папа приехал с работы. Это что за колпак? Кипчи! Это какой-то человек? Это Шира! Маргарита, это что такое? Кальян. Это кальян, что ли? Да. Это ТикТок она смотрелась, да? Да. Так, все, я удаляю ТикТок. Это все ее вина. Это ее вина. Это ее идея. Да. Смотри, вот эта штука. Барик-барик. Они сделали кальян вообще. Фантазия. Мама, это не ломать ее. Я буду теперь мимо двигаться. То есть ты добрая. Ксюша, шапка. Ксюша. Я думала, они какой-то там костюм делают, какую-то шапку. А они кальян делают. Совсем. Камера. Все. Хорошо, давай отложимся, завтра рано вставать. Ну как рано? Часов в 9 точно. Нам нужно в 12 часов выйти из дома. Ага. Да. Раньше. Ну где-то без 10 в 12. Куда идем? Поэтому в 9 часов встаем. Привет, карапуз. Ой, он держится, двумя лапками. А, упал. Привет, бурундук. Ты все лазишь, да? Ты все карабкаешься, все тебе надо. Рики. Кики уже спит, да. Она очень много спит. Почему? Ну, она старенькая уже. А, она ты... много спит. Это как... Мы это... ее не видим практически. Если только сами не достанем, а так ее вообще не видно. Почему он бедный? Это Джерри. Он не бедный, он богатый. Все, готовы? Все, давайте ложиться, а то уже час ночи. Быстро! И не выходи из комнаты. Свет выключи. Включай давай. Маргарита, все. Спокойной ночи.
Мама, где Джуди? Каролина, твою кровать заняли. Каролина, уже поздно, не кричи. Все, всем пока. Все, ребятки, до завтра. Завтра будем снимать влог. Мам, подожди. Эй, тихо, листок сейчас порвешь. Завтра будем снимать влог на шоколадной фабрике. Будет очень интересно. Все, пока. Дай пять. Ну, мама. Шарам алейкум. Ну, мама, идем, мама. Все, всем пока.